Гуру – это духовный учитель. Какое больше всего качество он проявляет в этой всей истории? Терпение. Это терпение. Вот вы замечали, вот начинающие преданные, как они себя ведут? Вот, вот как-то вот, вот, только человек присоединился, и он как-то вот ведет. Там пришел в алтарную или в вашу комнату, да, грязными руками схватил посуду Кришны, не помыв руки. Или у вас, вы же моете руки, да, вот перед тем, как раздавать, да? В некоторых местах так не делают. Я вот езжу там в разные места, и люди просто, они не понимают, что есть посуда Кришны, что есть не посуда Кришны. Что если ты поел, то тебе не надо хватать руками. Что мы там то не едим, это едим. Сталкивались с таким, нет? И что с этим надо делать? Терпеть, да. А думаете, а нас не терпят? Вы думаете, вы святые, что ли? Вы прям все делаете, да? И кто-то кому-то же, знаете, пришел, Гуру Махарадж, я вообще преданный вот ваш, да? Он смотрит, говорит, Господи, надо помочь человеку. То есть какое качество, еще раз, проявляет Господь Нитянанда? Экстремальное терпение. Потому что, ну что ждать от этих пьяных людей? Ну что от них ждать? Они же не со зла это делают. Это просто так их воспитали. Воспитал телевизор, понимаете? Интернет их так воспитал. Притом Джагай и Мадхай никогда не оскорбляли вайшнав. Нитянанда Прабху был первый, кого они оскорбили, Мадхай. Им повезло, что это был Нитянанда Прабху, Махабхагавата, и там все. Ну, историю вы знаете, как оно разрешилось. Они не оскорбляли вайшнавов. Они были невинными демонами. Это были невинные демоны. Они демоны, нет? Конечно. Посмотрите, как они себя ведут. Но они были невинными, потому что они не оскорбляли вайшнавов. Невинные демоны. Такая природа просто у них. Кали-юга же, понимаете? Что с ним взять? Млечхи, яваны. И Господь Нитянанда сострадание проявляет через терпение. Да, и он, значит, обнял этого Мадхая, да. Господь Читания говорит, ты его точно простил? А можешь обнять? Он говорит, да, конечно, я обнял его, того, кто хоть собирался его убить просто. Только потом простили его. И в итоге Господь Нитянанда дал им самбандагьян. Самбандагьян дал им понимание, кто они, как они. И после этого они уже могли получить милость Махапрабху, Кришна Према Бхакти. Хорошее качество. Хотим мы с таким качеством гуру соприкасаться? Хотите с таким, чтобы он терпеливым был? Что это наша надежда?